От фонтанирующих гейзеров из «Гиганта» до плутониевого движка из «Назад в будущее». Энергия в кино иллюстрирует, как создатели фильмов запечатлели историю энергии. Присоединяйтесь к эксперту и профессору энергетики доктору Майклу Веберу в его путешествии по 70-летней истории энергии на большом экране. Некоторые говорят, что он сделал с атомной энергией то же, что челюсти с акулами. Энергия в кино.